Работать по-новому учатся в группе компании «Казмунайгаз». Для сотрудников, ответственных за социально-трудовые вопросы, проведут специальный семинар, посвященный относительно новому для Казахстана термину «медиация». Подробности. Работников, ответственных за социально-трудовые вопросы, учат разрешать конфликты мирным путем. Термин «медиация» появился в лексиконе депутата и общественного лидера Светланы Романовской много лет назад. Теперь знаниями делится с работниками крупнейшей компании Казахстана. В медиации нет ни истца, ни ответчика. То есть мы именно с помощью тех компетенций будем приводить людей к наиболее приемлемому решению, взаимовыгодному. В Астане и Атырау собрались сразу 60 сотрудников дочерних и зависимых компаний «Казмунайгаза». Интерактивная методика позволит обучиться всего за 3 дня. Это не первый подобный семинар для специалистов нацкомпании. Работа по созданию благоприятного климата среди коллектива ведется давно. Глава государства своей программной статье «Социальная модернизация Казахстана. 20 шагов к обществу всеобщего труда». Особый акцент он сделал на развитие и использование института медиации. В этом отношении в Казмунайгазе совместно с профсоюзами проводится большая работа. В программу обучения также вошли вопросы применения законодательства и выполнения государственных программ в сфере медиации. Лилия Шаймарданова, Серик Канырбаев, Хабар, Астана.